Кто берет за 5000, кто берет? Поэтому мы не возим больше ее. Люди спрашивают? Очень много. Последняя цена, вот как последний сахар, за сколько продавали? 2700 был или 2650, вот так. Весь сахар с этого прилавка ушел в закрома нижнекамцев. Люди покупали его огромными мешками. У вас случайно сахарного песка нет? Нету, Вот здесь вот бакалея. Здравствуйте, а у вас сахарный песок остался? А давно его нет? Давно. На витринах зато нашелся рафинад, причем цена на него пока непоколебимая. У вас есть сахарный песок? Нет. А рафинад? Рафинад есть. А сколько рафинад сейчас стоит? 89 рублей. Это цена поднялась или? Как бы старая цена. Поиски сахарного песка все-таки увенчались успехом. Смотрите, вот он сахар. По-моему, во всем НКЦ только у вас, да, сахар? Радость находки омрачает цена – 79 рублей за килограмм. Продолжили поиски безрезультатно. У вас сахарный песок есть? Сахарный песок нету. Нет. А рафинад? Нету. А соль? Соль тоже нету. А соль также спросом пользуется, как сахар сейчас, да? Да. Это уже один из магазинов, куда люди идут за хорошими оптовыми ценами. Нету, да, сахарного песка тоже? Нету. Ага. А соль? И соли нет. И соли тоже нет? Нет. А последний раз когда был сахар и соль? Вот же соль, кстати. А соль есть все-таки? Вот, да, соль? Морская соль. Морская, да? Вот сейчас у меня соли нет. Грамм даже соли нет. Придется, наверное, вот такую соль купить. Все раскупили. Целый поддон был сахара. А какая цена была у соли? Так, цена была 56 рублей. Это одинокие ценники на пустых прилавках уже другого магазина. Правда, если поискать, сахар найти в городе можно. Специалисты называют этот ажиотаж искусственным и говорят, что запаса сахара на складах достаточно. Создают ажиотаж сами покупатели, а он, в свою очередь, очень выгодный для продавцов, которые тут же начинают поднимать цены. Анастасия Шакирова, Евгений Лызаев, новости НТР.